Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. сьогодні. Тема нашої розмови це незаконна забудова в місті Суми. І гість нашої студії Володимир Биков, заслужений архітектор України, лауреат двох державних премій галузі архітектури, і також член-кореспондент Української академії архітектури та академії будівництва Володимире Борисовичу, Дуже рада бачити вас в нашій студії. Але тема така у нас: незаконні об'єкти. Які об'єкти зараз би ви назвали незаконними або такими, що споруджені з порушеннями генерального плану забудови міста Суми? Ну, я думаю, слово незаконно, оно уже дежурное, так, знаете, оно сразу бьет. По, вот незаконное. Для кого-то это законное, для кого-то незаконное. Вот это дети, же этих проблемных вопросов, на них всегда отвечает генеральный план. И если мы сейчас увидим публичное обсуждение, которое происходит у нас в городе, это самое громкое, да, даже когда представители городской власти заявляют то мы говорим сегодня такое название, я не хочу, чтобы оно по ушам резало, то есть Прокурорский да, дом, 12 микрорайон, потом там строится еще один торговый центр, тоже считается о том, что частично он, то есть это очень явно. И до сих пор, по сути дела, мы видим проблемные вопросы с эспланадой, мы видим сегодня вопрос громкий, когда мы далеко по городу, по заколкам не идем, это театральная площадь, и когда задаются в течение года уже несколько, в течение года вопросы, наведите порядок, покажите публично, покажите схему или дорожную карту что есть сегодня соответствует градостроительным нормам что нужно исправить и мы готовы то в общем то я так думаю что сегодня достаточно много объектов которые бы э, снивелировать с соответствием с генеральным планом или несоответствие генерального плана его требований тем более вопросы не только с, э, генерального плана да Допустим, для меня сейчас очень режет происходящая реконструкция романтики. Да? Мы помним это классический, очень советского периода здания, где детали имели важную роль. Вот эту арку, которую они сегодня просто обшили и сделали, как ну, арка, я не знаю, даже не хочу никакие регионы обижать тоже это, но это показывается как произведение искусства, как лучшие постройки последних пяти лет, поэтому тоже надо говорить об условиях реконструкции и изменения. Поэтому вопросов достаточно много, и я думаю, что слово «незаконное», оно такое, как слово «матрица», а с него можно уже выделять отдельные разделы, связанные с соответствием генерального плана или соответствием исторического ядра, или объекты, которые дороги, которые мы привыкли и хотели бы их видеть, такие они, были в памяти уже нескольких поколений сумчатых.

Ну а чому так виходить, що об'єкти при тому, що ми маємо генплан, що ми маємо щонайменше там штук, 10 документів, які треба підготувати для того, щоб отримати дозвіл на будівництво. Це там і містобудівні умови і обмеження і різні. Ну, ви краще мене знаєте. Є там містобудівна архітектурна рада, є державна архітектурна будівельна інспекція, і тим не менше, потім виясняється, що щось збудовано незаконно в обхід генплану з урахуванням чого, чому так взагалі стається? Чому така ситуація? Наверное, на этот вопрос мало кто сейчас ответит, не только сумчане киевляне там, или полтовчане в целом, да. Потому что все-таки я считаю, что это город строит не мэр, не главный архитектор, а город строит сами горожане. Да? То есть в целом, то, что происходит, и если отдельные объекты там, профессионально мы рассказываем, то в массе городских проблем или вопросов город с ними смирился, да, вот как говорят. А почему мы, вот мы строим эти коробки, коробки, коробки? А строители и говорят, что так подождите, люди-то покупают, сумчане покупают. То есть поэтому, если они готовы на эти коробки, на эти закрытые дворы без благоустройства, без парковочных мест, без современных технологий, покупают, пусть они сами виноваты, что покупают. Это одно, да. Или, допустим, общественность, союз архитекторов, союз художников, культура так официально или не вышла, не протестовала то, что происходит с театральной площадью. Мы четко, опять же, те же ребята, скульпторы, художники и часть архитекторов, которые остались с романтикой, они тоже могут, не могут заявить, и так это знаете, как на катиком, на катиком тушится кто-то где-то там в коридорах или как раньше 60-е на кухне говорят. Поэтому это первый вопрос. А второй, вы знаете, я думаю, что пусть как мы не говорим, а лицо города это его мэр, и его отношение к градостроительному комплексу. Вот здесь я думаю, что вопрос именно власти, как института мэра города не срабатывает и показывает свое лицо, которое мы увидим сейчас вот за это пятилетие, если вот проведем итоги, ни одного такого грандиозного или соответствующего объекта реально не получается, не довели или начали, и, наверное, это тоже показатель, потому что все-таки власть, она должна быть многофункциональная и многовекторная в понятии и культуры, отношения к прошлому, взгляд в будущее. Это культура как города, как самой власти в лице мэрии, даже я бы сказал, не мэра, а мэрии. Ну, а якщо давайте зупинимось на театральній, дуже було багато дискусій навесні влітку про те, що ж таки там, чи може там з'явитись підземне паркування. Зараз там стоїть зелений паркан, що за ним ніхто не знає. І в принципі, люди, гуляючи по цій красивій алейці, да, от, яка зроблена вже красива, там з. Хорошей такую плиточку, хотя я помню той проект, который вы показывали много лет назад, еще до реконструкции театрального, те, самого театра, mm -hmm. какой она должна была быть, эта площадь, очень такая функциональная, красивая, отпочинковая. Но сейчас что там происходит і что мы можем ожидать? Ну, вы знаете, я несколько раз уже ставил вопрос и перед міською владою, и я так думаю, на Фейсбуке и Олександр Николаевич видел, Войтенко, который курирует градостроительство в этом городе как первый зам. Давайте все-таки проведем инвентаризацию, что произошло в целом. Да. Вот как бы я сейчас занимаюсь архивами и, в общем-то, нашел материалы еще с 1977 года, где еще проводят градостроительные советы 5 октября 1977 года Лушпа Михаил афанасович Ильченко Николай Тимофеевич, Епифан Анатолий Александрович, который сегодня здравствует. То, в общем-то, здесь утвержден комплексный план театральной площади со всего его городостроительными элементами, потому что надо понимать, что здесь был целый микрорайон, и эти материалы почему сегодня сохранились в Минрегионбуде? Потому что комплекс и вся театральная площадь удостоены премии Тараса Шевченко. Одна из, как бы, на то время, следующая после, после государственной премии. И а, здесь раскрываются все потенциальные возможности и перспективы. Мало, наверное, сумчане знают, что второй очередью развития театральной площади должен быть второй каскадный фонтан, который выходит в парк. И вот, как бы, по типу Эрмитажа, там, знаете Петергоф они должны были уходить дальше, это вторая очередь, рабочая документация на ней есть. Мало того, я знаю, что она сегодня находится в, в исполнительных или в архивных материалах даже наших дорожников, да, городских, то есть тоже есть. То есть мы забыли этот проект. Uh -huh. так? Мы решили в какой-то момент при, еще Александр Яченко сделал реконструкцию с ос, освоением новых технологий, новой плиткой и на ну, сам градостроительный комплекс периода советского периода, и который на сегодня очень уникален и достоин таких высоких народ, а сохраняет. Следующий момент, а, где-то в 2016-2017 году делается рабочая документация, рабочая, за которую платится там, порядка 300 тысяч, выполняется рабочая документация, про которую город не знает, но деньги освоены, где а, сама территория... Фонтанов засыпано землей, насыпаны, посажены деревья, сделана какая-то очередная линия фонтанов. За нее никто под, под вид этой документации делается, как мы говорим, вот эта аллея фонарей, да? Вот тоже не соответствует, где-то уходят определенные миллионы, и вот даже вот сегодня в это сегодня в тех моментах я говорю, никто не ответил за то, что почему сделана рабочая документация, бюджетные деньги ушли? Кто ответит за то, что они были использованы не по назначению, и общественность это не узнала, а тот проект, который построен, вообще третий, о котором мало кто знает. После этого происходит конкурс, да? Объявляют, что давайте остановимся, делаем третий вариант, объявляем конкурс, со второй попытки, второй э, участник первого места нету, второй побеждает, и опять же вместо фонтанов мы, я говорю, пусть не обижаются мои коллеги там ресторан, шаурма или еще что-то, потом в парковой зоне мы строим пятиэтажную э, парковочную такой комплекс, да, то есть прямо в зеленой зоне на месте тех фонтанов, если бы поднять за них платится и Вдруг опять тишина, да? опять деньги ушли, опять Лысин говорит, давайте вернемся к чему, к какому-то из этих вариантов. Я думаю, что пора остановить точку, и город должен ответить. Почему за последний период были выделены целые миллионы, в том числе проектные, тоже, и никто за это не ответил, где есть истина этой театральной площади. Давайте все-таки назовем ее, если она осталось для сумчан дорого памятью и как градостроительный комплекс такого уровня, мы на нее накладываем вето архитектурно и говорим это как достойный объект, мы его только проводим в соответствии с современных технологий и может обсудим вопрос парковой зоны, выход сюда, фонтаны, это как бы творческий момент. Но что сегодня происходит? Мы видим окружение уже исчезает, то вот недавно, два дня мы обсуждаем там реконструкция кафе, площадок, которая выходит. Мы видим транспортный коллапс, который каждый день там происходит. Практически сегодня уже нельзя проехать. Потом сегодня остается вопрос открытый, получит ли дозвел, или он уже есть дозвел, или будет состроиться это кафе, которое за углом напротив, за театральной площадью, на нее тоже есть рабочая документация. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь эта власть в этом формате скажет городу, что такое театральная площадь для них? Мало того, я так думаю, что кто-то должен ответить и за деньги, потому что до сих пор, мне кажется, вся эта многолетняя проблема, никто сегодня не ответил за то, что происходит, даже в финансовом вопросе. Заплатили, ответьте, почему кто-то на целевое использование коштев, выброшены, а деньги, я вам скажу, уже по этим проектам, можно сейчас вспомнить, так никто город не увидел, но оплаченный парк Шевченко. Угу. Вообще там Черниговская фирма, выплачена опять порядка 300 тысяч за проектные работы. Ее не видели, ее с, опять, как говорится, в творческий унитаз слили. Не видим, что произошло с парком счастья. Извините, на нее тоже была сделана рабочая документация, сделали не по документации, опять выложили миллионы. И опять, да, 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 да. Конкретно, пожалуйста, ответьте хоть раз за то, что произошло с городом, это то, что сейчас экспромтом я говорю об этих даже театральных площадях или подобных им проектам. Поэтому я думаю, что время остановить, провести инвентаризацию. Но когда громадская организация и Олег Павленко, голова спилки, архитекторов сумских, сумских, обратились в Миську Раду провести инвентаризацию выданных разрешений и всего. Была отписка мэрии о том, что, извините, сегодня все идет в соответствии с генеральным планом, пожалуйста, таких проверок мы не готовы делать. То есть, поэтому я так думаю, что сегодня уже даже общественная архитектурная задает вопросы, их, на них пока ответов нету. Ну, А якщо ми перейдемо до такого питання, як житлова забудова, да, от ви правильно сказали, що ми буваючи в різних містах, ми бачимо, що сьогодні архітектура житлової забудови значно змінилась. Це ну, зовсім інші об'єкти, це красиві будинки, які, можна сказати, окраса. Да? Це панелі там дзеркальні, ну, якась там ну, так. архітектура така незвичайна У нас дійсно це коробки, біла цегла, і, ну, червона, але це радянський стиль. ви праві. Все-таки, якщо я не помиляюсь, були зміни якісь у законодавстві про житлову забудову, що обов'язково там мають бути передбачені об'єкти інфраструктури, такі як садки, школи і таке інше. Сьогодні от ця дискусія про те, що прокурорський будинок замість дитсадка. от чому таке можливо? Ну, ви знаєте, я попробую десь навіть жорстко сказати на сьогоднішній день. От навіть в тих письмах, які були і в громадським організаціям, що в місті Суми. управление архитектуры отписало, все объекты ведутся в відповідности детальных планов территории, в генерального плана. Но, когда а мы... проверить это не можливо, Нет, так? сегодня это уже можливо, потому что, я так понимаю, сегодня вот даже по прокурорскому, так называемому, я его не хочу до... особо даже вспоминать, называть, если под рукой, э, получается, что выданы умовы обмежения на проектирование управлением архитектуры, где написано, что в зонинга и генерального плана данная площадка вот богатоквартирную житловую забудову. Извините, но это уже брехня. Это уже документ официальный, который можно было уже год назад или там с января месяца проверить, но его публично не выкладывали. Только сейчас вот эти материалы появились у экспертов, э, архитекторов, которые проводят этот момент. Это уже э, надание недостоверной информации с подписью управления архитектуры. Кто-то тогда вводит в Оману не только э, заявный Киев, но и в целом э, общественность. Я бы не стал сейчас концентрировать внимание даже вот в этом массе вопросов из белого кирпича, красного, но точка, и вот самая последняя, она уже целый год обсуждается, почему Единственное, в 12 микрорайоне при этих проблемах четко вызначена территория школы mm -hmm. и садика, именно на территории садика ставится жилой четырехподъездный дом с громадским обслуживанием. Мало того, сегодня э, и строительная компания, и проектировщики отказываются от якобы э, нарушений, которые есть, но уже выстроены третий-четвертый этаж. Дозвола нема, нема. Экспертизы проекта нема, нема. Понимаете, но до какой степени можно этот город взувать и обувать, и э, вешать лапшу о том, что ничего нет. Насколько я и знаю, э, попытались зайти в проектной документации на экспертизу, экспертиза дала отрицательный ответ, потому что нет даже посыланий в документации на градостроительную документацию. Ну, сейкость так нахрапом, да, я бы сказала. Ну, это уже по беспределу, но, знаете, вот я бы здесь, почему я так осторожно говорю, забудьте слово прокурорский, так? Почему? Потому что эта методика, когда УКС, как коммунальное предприятие, мы знаем, там СБУ, прокуратура, другие предприятия, пограничники обращались, военные, обращаются, чтобы обойти форму конкурса, да, по продаже земли и все. То есть они обратились, они на последнем исполкоме там получили квартиры, остается на один-один с городом теперь подрядчик, который видит свой бизнес, проект, проектировщики, которые видят свое решение так, проектное, и все. То есть и управление архитектуры вместе с мэром, которые дали им зеленый свет на это строительство. Значит, сегодня мы должны сказать, что практически люди, которые отвечают, меня беспокоит позиция, допустим, Данильченко, я так понимаю, до сих пор возглавляет городской власти. Да, вы видели бы за это время хоть одно публичное выступление данного управления? нету. Есть только отписки по 12 микро но я думаю, там тоже до сих пор мы реальную картину не знаем по эспланаде. целом микрорайону, 12 я имею в виду эспланада, потому что нельзя ее в рамках говорить. То есть в старые добрые времена люди были ложили под билеты или уходили в отставку, если уже билеты закончились. То есть сегодня вот мы говорим о пофигизме наших чиновников, нашей громады. То есть громада в рамках своих уже год, ну, и на протесты выходила, и обращалась в органы прокуратуры. Вот рядом дом строится, где замовник третий этаж надстраивает. Да? Вы извините, там через 2-3 дня или 15 минут прибежала инспекция газской, и говорит то-то, то-то, вот есть нарушение, давайте остановим стройку. Знаете, какой ответ был на проверку или обращение спилки архитекторов и граждан, которые живут в 12 микрорайонах, что они не увидели, не вбачают признаки хороший. будивництва даже. Ага, вот так Все. Вот. Теперь понимаете, когда каждый день мы видим там идет стройка одна, вторая, то есть их достаточно много и здесь подставляет инвесторов и город сама, сама власть, которая должна отвечать за э, реализацию генерального помощь. Это одна из функций э, этой власти и это документ стратегический. Мы до сих пор не, по, не имеем стратегии города, но единственный стратегический документ, который должен был даже вкладываться в, в порядок, если не имеет права принимать бюджет без анализа задач, которые есть в генеральном плане, он сегодня забыт, и он только визитная карточка где-то. Мы видповидно до генерального плана. Вот он видповидность, когда та же управление архитектуры выкладывает публично о том, что на данной территории, в зонинге, нема детского садика. А архитектор э, Гаск, который тоже городской отвечает, нема признаков видповидности. Все, песня закончена. И это будет не только с этим домом. Это происходит по другим объектам. Десны в Бачае, не видповидность. Я думаю, сейчас такой может быть длинный экспромт. Подставили наших оточников, выделив земельные участки в районе аэропорта. Но вы открываете генеральный план, подавиться. Там четко богатоквартирная житлова забудова. Вы утвердили, протянули усадебную застройку. Скажите, пожалуйста, завтра придет время, кто-то проведет инвентаризацию. И я вижу сегодня наше новое министерство, и министр как четко поставила вопросы про ведповидность до генерального плана, необходимость коррупцию в ГАЗКе, в ведповидных экспертных организациях. Придет время, завтра любой человек и тот, Человек, который придет получать будивельный угу. паспорт, оточник на свой земельный участок, скажет, так подождите, какой я тебе выдам частный дом, если здесь богатоквартирная житлова-забудова. Мы понимаем, что существуют какие-то схемы, потом скупить по дешевке оточника эти участки, потом снова надо делать детальный план, ну извините, там полмиллиона выкинули, там полмиллиона. Или вот сегодня, насколько я из известно, оточники, а, которые получили а, Кощия, а, участки вот, на, на Василевке мы говорим, угу. Люди, видят, уже пожалели, что э, они там получили, они и не квартиры не получили, а чтобы там построить, надо десятки миллионов. Мало того, до сегодня нет ни разработанной рабочей документации на подведение сетей, э, нивелирование территории, благоустройство. Это тоже, да, про, вот мы вроде бы что-то сделали. А когда начинаешь говорить реально о том, что произошло и как следующий механизм дорожная карта. конечно, это вопросы и они... Понимаете, эти вопросы уже год, второй, третий. Вот. Всего... люди будут ходить по колу. Это же люди живые, которые, да, вот, если брать и то это вообще цинизм. Ну, вот вчера вот э, я участвовал в обсуждении, подняли вопрос нового микрорайона или разрешения на разработку детального плана территорий в районе Металлургов и э, Горького. Горького. Да, так бу... назва бывшая тюрьма, да, там у нас. Выдали на богатоквартирную житловую забудову. Но, ребята, откройте генеральный план там, если я не ошибаюсь, В5 территория шкидных предприятий и предприятий. То есть нельзя сегодня, не изменив генеральный план, публично давать разрешение на детальный план территории. Это опять прямое нарушение. Точно так же, как... Uh, вот сейчас обсуждаем, очень остро стоит вопросы. Uh, Ирина Купричек занимается... Онкодиспансер. А, да, да, разобраться онкодиспансер. Я, я он хотела запытать, да, потому там э, под час обговорения очень так э, прошла фраза, которую мало кто помитил, мне кажется, что... Виданий дозвіл на будівництво, але там проходить залізниця і об'єкт такої, ну як би сказати, складності, да, де є радіація, будувати в цьому місці не можна. От ваша думка, архітектурна. Ну, я увидели умови обмеження, які на скоро руку були видані управлінням архітектури. І там говориться про автостраду, там п'ятдесят метрів відступити, якісь нюанси. Ну то, що а, вот, да, так реально попадає. 100-метровую зону, где заборонено генеральным планом пояснительное будь яке будивництво, даже без погоджения с з управлением железных дорог. Извините, я не, не, не как сегодня, не работник управления архитектуры. Я обратился э, к нашим э, к предприятию железной дороги, которое обслуживает. Они говорят, за последнее время никаких официальных заяв, зверный в 100-метровой охранной зоне, которая проходит, а не забудьте, там уже у нас стоят заправки, mm -hmm. мойки, в этих 100-метровых зонах нету. Значит, сегодня это прямое нарушение куда даже не только генерального плана, но особых условий уже, которые несут за собой безопасность. Кто завтра ответит, мы говорим, за онкологию, за заправку, там появились еще другие объекты, но в умовах обмежениях четко не прописано, поэтому завтра, когда мы дойдем рабочей документации, дойдет до нормального эксперта, скажет, подождите, а что вы делаете? Вы, сегодня мы сражаемся, я вижу, как область сражается за этот объект. Можно что-то делать, можно выходить. Это огромные деньги. Да, можно выходить, можно заниматься. Но вот так кинуть умовые обмежение, и сказать, проектируйте, жать рыба будет, нельзя с такими объектами на таком уровне подходить. Поэтому мы каждый раз возвращаемся к генеральному плану. Да, генеральный план. Да, можно работать. Да, сегодня многие уже вопросы технологически можно обсуждать. Но сказать, ребята, давайте стройте там место садика, мы это не увидим, мы вбачаем там будем сады. Другие говорят, да это 100 метров, ну идите потом, знаете, кто-то проснется, говорит, ой, да вы, мы забыли, идите, идите в Харьков, там, там выясняйте. Или да, а скажет, так подождите, у меня здесь, я что, на этом участке в соответствии с документацией должен строить богатоквартирный житловый буду, Абсолютно документацию он должен строить, и пусть он строит. Вот вам вопросы, которые Решается спокойно, тихо, в рабочих кабинетах, управления архитектуры, который лично должен курировать мэр. Мало того, вот посмотрите последние уже требования или посылания на перспективу нового законодательства в градостроительстве. Возвращается вопрос, что по объектам, принятым в эксплуатацию, должна существовать подпись мэра. Вот обратите внимание, сегодня, позавчера ее были комментарии, она говорит о том, что да, надо вернуться, потому что потом говорит, я не знаю или я не видел, и мои подчинены, но мы до сих пор видим, что все... Всі з удовольствием займається своїми роботами, з преміями, з вірою в будущее, я маю дуже багато запитань до вас. І як до архітектора, як до людини, яка живе в цьому місті, яка знає, про що вона говорить, та, яка має власні чудові об'єкти, але настільки об'ємний матеріал, ми я думаю, продовжимо цю розмову надалі. Я нагадую, сьогодні в нашій студії працював Володимир Биков, заслужений архітектор України, лауреат двох державних премій в галузі архітектури і член-кореспондент Української академії архітектури. І Академії будівництва. Дякуємо за увагу, залишайтесь на телеканалі АТВ.